Проверка на трываласть, хуткасть и профессионализм. Сегодня на базе специализованного лицея при Университете громадянской обороны МНС отбылись международные споборництвы по пожарно-воротовальном спорте на Кубок Дружба. И они проходят на протягу амаль 40 годов. Все лето удел принимают команды с Гомельской и Бранской областей. Кто стал переможцем, доведались наши корреспонденты. Внимание! 30 воротовальников с трех команд и только один кубок. На шляху до яго 100-метровка с перешкодами, уздым на четвертый поверх в учебной вежи и боевое разгортывание. Майстерством в этих дисциплинах мерались воротовальники с Беларуси и России, Гомельской и Бранской областей. Тому это споборництво не только спортивный поединок, а и махчимость обменяться опытом. Наши ветераны, которые уже находятся на пенсии, которые находятся на заслуженном отдыхе, начали этот турнир 39 лет назад. И я, еще будучи молодым лейтенантом, выступал на этом турнире. Я сам занимался пожарно-спасательным спортом. Поэтому на данный момент я хочу сказать, что не мы эти традиции начинали. Но мы должны эти традиции продолжать. Все лето споборництвы оказались особливо складанными, бо выконывать некоторые дисциплины доводилось под дождем. Первая из них 100-метровка с перешкодами, включая переодоление 2-метрового плота, подхват 5-килограммового рукава, затем еще несколько перешкод. До речи, рекорд у этой дисциплине у нашей краине належит гомельскому воротовальнику Владимиру Стральчене. Другая дисциплина – подъем на четвертый поверх в учебной веже, где узбираться приходится с допомогой лестницы вагой 8,5 килограммов. И тут агульнореспубликанский рекорд так само належит Владимиру Стральчене. Во-первых, это напрямую связано с нашей деятельностью для спасения людей. Каждая секунда на счету. И чем быстрее мы взбираемся на четвертый этаж учебной башни, тем в реальной жизни мы быстрее придем на помощь. Конечно, выиграть. Больше никаких настроев нет. А команде успехов и удачи. Команда Владимира Стральчене одразу была главным претендентом на лидерство. Несколько дней тому с перемогой воротовальники вернулись с чемпионату света, который проходил в Турции. Тому выник споборництва предсказальный. Перемогу отримала команда Гомельской области. Ганна Ковалева, Максим Савин, Игорь Марищенко. Телерадиокомпания «Гомель».